кто еще из нас лузеры? Кто-кто? Вы, конечно! Не смей так говорить! Мы все равно круче вас! А это мы еще посмотрим! Лузеры, лузеры! А ну-ка успокойтесь! Хотите батл, значит? В Италии отдыхают, дорогие шмотки одеваются. Все упирается в деньги. Этот мир такой злой и жестокий. Не такой уж и жестокий. Если работать, будут и деньги, и шмотки, и отдых в Италии. Ну не все же так много зарабатывают. А вот чтобы хорошо зарабатывать, надо в школе учиться, а не бездельничать. Ой, кто бы говорил? Можете насмехаться, сколько захотите. Но я прав, хотя бы потому, что мои родители богаче ваших. И что? Как это и что? Кто богаче, тот и прав. Ну, во-первых, странное утверждение. А во-вторых, богатство твоих родителей даже не твоя заслуга, чтобы ты их хвастался. Все равно я круче. Вы как всегда. Привет, ребята. Здравствуйте! Итак, открывайте тетрадки, записываем тему. Значение денег в обществе 19 и 21 веков. А тема, как всегда, вовремя. О чем это ты? Ну, мы здесь немного поспорили. Как всегда, в общем. А о чем спорили? О деньгах, что ли? Именно так, Олег Леонидович. Да уж, а вот я в вашем возрасте. Олег Леонидович, ну хоть вы не начинайте. Ладно, ладно, молчу. А в чем хоть суть спора? Мы спорили о том, является ли богатство показателем крутости. В смысле? А это разве не очевидно? О, ура, Олег Леонидович на нашей стороне. Вот Олег Леонидович, объясните вы им, что богатство решает все. Да что ты говоришь такое, Максим? Неужели ты правда так думаешь? Да, рано радовались. Так, ребята, я, конечно, рад, что у некоторых из вас есть богатые родители, но это не значит, что другие дети хуже вас. Еще как значит! Это точно! Нет, вы ошибаетесь. А вы докажите! Ну, во-первых, это не ваша заслуга, а заслуга ваших родителей. Зато наши родители круче родителей этих лузеров. А значит, мы тоже крутые. Ну, ребята, это так не работает. Еще как работает. Макс, Виолетта, да как вы можете такое говорить? Я заберу свои слова назад. Если эти лузеры хоть как-то утрут нам нос. Но я очень сомневаюсь, что это произойдет. Что? Это вам кто нос не утрет? Это кто еще из нас лузеры? Кто-кто? Вы, конечно! Не смей так говорить! Мы все равно круче вас! А это мы еще посмотрим! Лузеры, лузеры! А ну-ка успокойтесь! Хотите батл, значит? Ну ничего, будет вам батл. Интересно, что он там уже придумал? Сомневаюсь, что что-то интересное. Какие же вы все-таки злые. Впрочем, как всегда. Интересно, мы что, будем решать спор игрой «Попади мячиком в баночку»? А что, это бы было круто. Поверьте, ребята, у меня для вас есть кое-что поинтереснее. Ярмарка? Что еще за ярмарка? Я же тебе говорила, Макс, что он ничего интересного не придумает. Значит так, ребята, у нас в школе скоро праздник весны. И на эту тему у нас будет ярмарка. Что-то я ничего не понимаю. А ничего понимать и не надо. Просто эта ярмарка, Виолетта и Макс, докажет вам, что вы были неправы. Я, конечно, против таких разделений, но сейчас это просто необходимо. Два человека будут в команде бедных, и два человека будут в команде богатых. Ха-ха, вы уже лузеры, раз попали в команду бедных. Отстань! Спокойно. Макс, угомони эмоции, ты не дослушал. Каждая команда должна будет сделать подделки к празднику весны и продать как можно больше на ярмарке. И надеюсь, этот дурацкий конфликт будет исчерпан раз и навсегда. Идет? Идет. Тем более, если учитывать, что эти лузеры точно продуют. А
Олег Леонидович, скажите, сколько у нас есть времени на подготовку к этой школьной ярмарке? Ровно 3 дня. Чем больше поделок продадите и чем больше денег положите сюда, тем больше шансов на победу. Зеленая баночка для команды бедных, ну а синяя для команды богатых. Считайте, что вы продули, лузеры! А это мы еще посмотрим, кто кому утрет нос. Ну что, очкарик, готовься к поражению. Рано радуешься, Макс, победа будет за нами. Как хорошо, что у меня и у тебя богатые родители. Это точно. Мы с таким количеством материала такого наделаем для этой ярмарки. Да, все будут в шоке, скупят все, и мы обогатимся. Ну что, будем начинать делать поделки? Естественно. Блин, что-то в голову вообще ничего не лезет. Никаких идей, как будто бы я отупела. Слушай, у меня то же самое. Ну ничего, у нас с таким классным материалом все разберут, что бы мы ни сделали. О, давай видео на YouTube посмотрим. Может, там что-то интересное найдем. О, смотри, какие классные очки. Давай попробуем их сделать. Да, материала у нас совсем мало. Ничего, Сава, не накручивай себя. У нас есть кое-что важнее материала. Это наша фантазия. Согласен. А мажорики Макс и Виолетта пусть готовятся проиграть. А давай сделаем много цветов. Это же весенняя ярмарка. Класс. У нас будут самые красивые поделки. У нас все купят, и мы утрем нос противным Виолетте и Максу. А вот это уже правильный настрой. Давай дальше работать. Давай. Блин, у меня ничего не получается. У меня тоже, сегодня явно не наш день. Ну ничего, даже если мы сделаем какую-то ерунду, то все равно у нас все купят, потому что мы самые популярные в школе. Блин, ладно, давай работать дальше, а то точно ничего не получится. Фух, ну все, мой последний цветок уже готов. Да, Сава, мы потрудились с тобой на славу. Завтра на ярмарке мы заработаем много денег и утрем нос этим выскочкам. Это точно. Макс, посмотри, какое я сердечко сделала. А я какие крутые очки. Ну что, мне идет? Да, идет. Ну все, можно уже сказать, что мы что-то сделали. Блин, а как же мы денег заработаем? Мы же должны утереть нос этим бедным. А у нас только 2 игрушки. А мы скажем, что это уникальные поделки. И поставим цену в 10 раз выше, чем эти Сава и Ева. Точно. Эти дурочки на ярмарке поведутся и купят. И все, готово, мы в шоколаде. Отличная идея. Ладно, давай по домам, а то завтра еще на эту ярмарку рано вставать. Давай. Пока. Ладно, Сава, уже очень поздно, тебе пора домой, а то завтра на ярмарку рано вставать. Да, пока. Пока. Доброе утро, дети. Вы должны были сделать поделки на весеннюю тему. Надеюсь, вы их сделали? Конечно, мы подготовились к этой ярмарке. Я так переживаю. Не переживай, все будет хорошо. Конечно, мы подготовились к этой вашей ярмарке. Сава, Ева, вы продули. Угу. Я вижу, кто-то очень хорошо подготовился, а кто-то решил не заморачиваться. Ладно, объявляй ярмарку открытой. Виолетта, а мы точно цену не загнули? Что-то к нам никто не подходит. Ты что, с ума сошел? У нас уникальные подделки. Мы их и так дешево продаем. Не проходите мимо. Подходим, покупаем. Какие красивые цветы. Можно мне 5 розочек? Ой, такие красивые. Можно мне тоже 3 штучки? Спасибо. И мне, пожалуйста, если можно, 3. Я красный, я одну розовую. И мне одну розовую, пожалуйста. Здравствуйте, а вы не могли бы продать вашу поделку за $5? Что? За $5? Идите в другое место, ищите дурака. Вы что, продали уже все цветы? Да, Сава, смотри, сколько у нас денег, мы обязательно победим. Класс. Покупаем очки, очень крутые очки, всего $100. Бежим отсюда! Уходим, идем в другое место! Не обращай внимания на них, Макс, они ничего не понимают. Блин, уже 2 часа прошло, а у нас так и никто ничего не купил.
Неужели мы продуем этим бедным? Ну что, ребята, как ярмарка прошла? Отлично, мы все свои поделки продали! И столько денег заработали! Прекрасно! У нас вообще никто ничего не купил! Ура! Команда бедных победила! Мы круче! Эх, ребята, вы так ничего и не поняли. Этим батлом я хотел сказать, что не в богатстве счастье, а заработать может каждый, если прилагать усилия. Мы поняли вас, Олег Леонидович, и постараемся больше никогда не возвращаться к таким глупым спорам. А я ничего обещать в этом плане не могу.